Доброго времени суток, дорогие мои подписчики, подписчицы и гости моего канала Афроманго Мукбанго. Вот такой супер бутерброд. Хлеб, кетчуп, майонез, бастурма и мясо свинина. А сыр? И сыр. Сыр копченый. Чай гринфилд. Ай, вкусный бутерброд. Открытый бутерброд. Я говорю, открытый бутерброд. Дальше. Вот так. Mm-hmm.
Посчитал? Да. Ого, мягко. Да. Ты что? Да. Я об этом не знала. Снизу открой. Господи, снизу, да печень. Зачем он тебе? Ну что ты убрал все? Вот что убрал? Сначала. Дальше. Ну, что причину не написали? Что делать? Да. Что еще делать? Вкусно. Так же что ли сделать? Ну, делать так же. Только небольшой. Угу. Небольшой. Да. Делай небольшой. Один, два, сколько? Один. Вкуснятина. Очень вкусно. Конечно, вкусно. Mm-hmm.
Себе тоже положу. Да, хорошо. Надо все хлебом тут подобрать. Да? Хлебом надо все тут подобрать. Подожди, подожди, подожди. Не спеши. Тебе еще надо чай? Да, эй. Да. Чуть я уже выпил чай. На, налей, пожалуйста. Налей. Естественно, конечно. Надо уже сразу, наверное, наливать и все. Нет, вообще. Нет, как вот сразу и все. Ну так сразу и налили. Я принесла чай, но сразу налили. Эта рука уже полегче немножко. Полегче, да? Хорошо. Я же мазала все время этим. Ну надо еще мазать там. Да, буду мазать, буду. Каждый день буквально, Маш. Буду. На нее желать. Похоже. Да? Очень похоже. Вылитая папанька. Да. С маманькой. Да. Mm-hmm.
Спасибо за вам за вкусный обед. Ну да. Я? Все, да. Я не чай. А? Мне чай нельзя? Нет, почему? Можно. Гавка, это собака, это... Вчера гавкала, сегодня. Вот что-то, где собака не для людей.